to show the whole world what we're all about. We the girls with a passion for fashion. Ooh, rats, we'll always be there for each other. Ooh, rats, yeah, styling how we feel. Ooh, talking about best friends, yeah. Together we can do anything. We got a plan, a dream, take a chance and believe, make it real. I'm ready and I'm steady and I'm on the go. I push it to the limit, never lose control. Помягче движение, Хлоя. Надо подчиняться правилам фотосъемки в нашем журнале. Классно! Я старалась. Ребята, остановите съемку. Жасмин, брось все. В этом году мы выиграли премию Teenager. Мы едем получать награду. Класс! Вы подвергаетесь нападкам соперников? Да. Которые раздражают вас? Да. Вас сводит с ума воинствующий брат? Да. Тогда наша продукция для вас. Правда? Да. Удивительный гипнозатор. Специально разработанное устройство для неконтролируемой мести. Просто направляйте передатчик к карманному компьютеру вашего врага, а потом нажимаете на красную кнопку на вашем гипнозаторе, и ваша цель будет немедленно загипнотизирована. Враг будет выполнять все ваши приказы, или мы вернем вам деньги. Кудахчи, как цыпленок. Кудах, кудах. Разрази меня гром. И это еще не все. Вы получаете абсолютно бесплатно футляр для передатчика. Звоните 1-800-555-0199. За успех! Да. И когда я буду получать награду, в зале будут присутствовать представители всех ведущих журналов, включая Skater и Farmers. Что значит, когда ты будешь получать награду? Да, спустись на землю, ангел. Принцесса много на себя берет. Я должна получить награду. Хлоя, ведь ты не создавала одежду для Джейд. Ты написала мне речь для презентации, но если вы... Не получится. Не, ну, я награду я получу. О, нет! Премию тинейджеров выиграли брат, а не мы! Барби лопнет от злости! Да! И заставит нас разгребать эту кашу! Ой! Гипнозатор! Мое оружие массового поражения! Так, как мне его использовать, чтобы уничтожить этих противных девчонок и их журнал? Ты! Нет, ты! А вам что здесь нужно? Братцы присудили премию тинейджеров и пригласили на церемонию. Только не бейте меня! Премия тинейджеров? Значит, они будут получать награду перед миллионной аудиторией. Отлично! Я загипнотизирую этих противных девчонок и дам им команду унизить себя прямо на сцене. За один вечер они станут посмешищем, и их журнал сгорит синим пламенем. Дайте мне свои карманные компьютеры, быстро! Где инструкция к применению? Прикрепите передатчик к компьютеру. Нажмите на красную кнопку и осуществляйте контроль. Ха. Я королева Бардин, а вы выполняете мою волю. Да, ты королева Бардин. Прыгайте, как кролики. А теперь лайте, как собаки.
Выслушайте меня. Награду должна получить я, потому что моя колонка самая популярная в журнале. Да, но именно я отвечаю за стильную моду, а премия присуждается именно в области стильного дизайна. Ну нет. Именно благодаря своим лидерским качествам я умею писать блестящие речи. Ладно, я хочу обсудить с вами некоторые вещи. Подождите, давайте просто бросим монетку и решим вопрос. О, посмотрите, до чего довело их мое безграничное терпение. Они разлили клей, упали и стали неразлучны. Ведь мы вас предупреждали. Молчи, бестолочь! Мы считали злюк близняшек тупыми, но Джейд права, они еще тупее. Эй, давай я его подержу пока. Ну же, давай я помогу тебе. Ай, ай, мое новое платье! Всегда. Я должна получить награду, потому что у меня самый красивый голос. Ой, подожди, прости. Я великая. Что у тебя с экраном? И вы в моей власти. Я в трансе. Я захватила двух этих противных братц. Мы здесь, чтобы повиноваться вам, ваше розовое величество. Я жду, братц. Танцуйте в присядку. Все получается. Я теперь могу все. Завтра вечером братц исчезнет с лица земли. А, что вы делаете? Прекратите. Не показывайте, что вы в моей власти. Ничего. Итак, по поводу награды. Ерунда. Если вы хотите получить ее, получайте. Да, мне тоже все равно. Что? Подождите, в чем прикол? Никаких приколов. Ну тогда, если вы так решили... Отлично! Я все еще не верю, что это может сработать. Послушай, если простые травы могут привязать человека, почему не можем мы? Нам даже не нужен гипнозатор. Мы заставим Кэмерона и Дилана влюбиться в нас. Давай! Я люблю тебя. Почему бы мне не купить тебя? Тихо! Смотри, вот и они. Я попросил ее, и она сразу подготовила поле, чтобы мы сыграли с ней в гольф. Что это такое? Эй, что это значит? Что я могу сказать? Я неотразим. Женщины западают на меня. Ты прав, Дилан! Смотрите, какие усилители! Девчонки, смотрите, лазерные софиты. Давай вернемся на сцену. Братц, пора приступать к выполнению первого пункта моего плана. Хлоя и Жасмин не должны появиться на сегодняшнем шоу. Используйте любые средства. Спасибо, спасибо. Так не пойдет, Хлоя. Нам лучше решить, кто пойдет получать награду, потому что я... О, боже, ты в порядке? В
полном, но я была на краю. Эй, а где Джейд и Саша? Саша, Джейд! Готовы? Пошли! О боже, я могла бы получить сотрясение мозга, и тогда вообще ничего не поняла бы в церемонии. Вы у меня еще увидите, маленькие противные модницы. Где Джейд и Саша? Может быть, Саша и Джейд пошли в гримерную или еще куда-нибудь? Вперед! Мне надо попробовать. От имени журнала «Братс» я благодарю всех вас за высокую награду. Мы вас тоже любим. Я хочу поблагодарить мою маму, моего папу, моего хомяка, моих учителей, мою няню, мою... Быстрее, быстрее! Не раскрывайте себя. Хлоя, Жасмин, вы в порядке? Кажется, да. Где вы были, девчонки? А, искали вас. У вас был очень тяжелый день, девочки. Вам надо немного расслабиться перед сегодняшним шоу. Ну, вообще-то... Пойдем, ангел, я знаю одну вещицу, которая как раз поможет тебе. Не успел я начать обрабатывать ее, как она захлопывает дверь прямо у меня перед носом. Некоторые примут это за отказ, но я считаю, что это игра, а я знаю, что она запала на меня. Потому что у меня более мелодичный голос. Камерон и Дилан, вы будете выполнять все, что говорю вам я. Это кто, злюки-близняшки? Вы будете подчиняться нам, как послушные слуги. Теперь дай попробовать мне. Они, наверное, шутят. Но я точно неотразим. Видишь? Эй, девчонки, что за шум? Глупые мальчишки! Вас точно загипнотизировали! Да! Как Джейд и Сашу! Мы один загипнотизировали! Джейд и Сашу загипнотизировали? Попробуй это, Жасмин. Это лосьон для лица, гарантирующий удивительные результаты. А, как приятно! О, прости, прости, прости меня. У тебя, наверное, аллергия. Представляю, как тебе сейчас плохо, особенно после всех гадостей, которые говорила о тебе Хлоя. Что? Какие гадости? Попробуй специальное релаксирующее средство. А чем оно пахнет? Ой, какая гадость! А что в этом пузырьке? О, я не знаю. Раньше такого никогда не было. Я не могу его стереть! О, бедная Хлоя. Как ужасно, когда от тебя плохо пахнет. Особенно, когда ты еще и знаешь о тех гадостях, которые говорила о тебе Жасмин. Какие гадости? Так, Жасмин, что ты конкретно имела в виду, когда называла меня самовлюбленной, напыщенной куклой? Я никогда этого не говорила. А как ты смеешь называть меня ничтожной писакой, которая не умеет связать двух слов? Ты проиграла! Нет, ты проиграла! Девочки, девочки, по крайней мере, вы обе красивые. И потом, вы подруги, и поэтому вам нужно поговорить на чистоту. И что может быть лучше, чем делать это, принимая теплую ножную ванну? Обманщица и интриганка! Паникерша! Привет! А вы собираетесь идти на вручение премии? Да! Да! Хлоя, здесь что-то неправильно и не так. Неправильно это общаться с такими неудачниками, как вы. Поэтому сейчас мы пойдем к тем, кто побеждает. Пойдемте, Крисси и Кейси, у нас больше нет времени ждать. О нет, вы не пойдете без нас! Мои ноги? Я не могу двигаться! Конечно, сухой цемент не даст вам сделать ни шагу. Да! Увидимся позже. О боже, как могли Саша и Джей так поступить с нами? Я не знаю, но с ними что-то случилось после того, как мы выиграли награду. Ха-ха-ха! С Братс покончено! Принцесса, ты же знаешь, что я никогда не стала бы говорить о тебе гадости. И я бы тоже никогда не стала сплетничать за твоей спиной. Мир? Мир? Обнимемся? О, просто даже не верится. Сразу две крысы попали в капкан, а две другие полностью под моим контролем. Когда Саша и Джейд будут получать сегодня награду, я заставлю их делать глупости. А, я публично опозорю их, дискредитирую журнал и сломаю им жизнь.
Я не знаю, что делала Бардин, но у меня ощущение, что Джейд и Саша попали в жуткую передрягу. А, что же нам делать? Смотри, настоящие пленницы. Это дело рук Саши и Джейд? Да, откуда ты знаешь? Злюки-близняшки проговорились. Бардин загипнотизировала Сашу и Джейд. Загипнотизировала? Это объясняет все. Мы должны попасть на церемонию вручения. И мы побежим в ботинках из цемента? Так, похоже, здесь потребуется электрическая монтировка и перфоратор. Что поделаешь с этими мальчишками и их игрушками? Сходи в ванную и принеси мою косметичку с кремом для глубокой очистки. И если он может отшелушить сухую поврежденную кожу, значит, чистит и цемент тоже. Добрый вечер, дамы и господа. Приветствую вас на церемонии вручения премии тинейджеров. Настало время веселиться и зажигать. Ваше Величество, как мы выглядим? Вы выглядите, как две жалкие куклы. Да! Дамы и господа, поприветствуем наших Сашу и Джейд из журнала «Брат», обладательниц приза симпатий среди подростков. О, боже мой! Брат, настало время выполнить вторую часть моего плана. Я хочу, чтобы вы вели себя точно так же, как эти бездари, которые стоят позади меня. Слушаемся, госпожа! Просто еще одно чудо света! Говорите так! Немедленно отдай гипнозатор, Бардин! Ни за что на свете! Вот он! Это мое! Нет, мое! А мое! Нет, ты сам! Пожалуйста, пожалуйста, сделай это! Джейд и Саша, никаких танцев! Не здесь! Говорите! Говорить? Перед миллионной аудиторией, не подготовив заранее речь и не имея никаких зацепок и даже времени подумать? Без проблем. Дамы и господа, мы так счастливы быть здесь сегодня с вами. И спасибо за премию тинейджеров, которые назвали «Брат» самым стильным журналом. Для вас мы всегда будем создавать новую моду, которая наверняка понравится вам. А наши две новые модели вы увидите уже завтра. А также узнаете сенсационные новости. Но мы не можем все это делать одни. Поприветствуем наших партнеров по стилю, Хлою и Жасмин. Спасибо, котенок, ты молодец. Это премия для всех, кто любит моду и стиль. Поприветствуем журнал «Брат». Итак, если я нажму на кнопку «Сброс», вы выйдете из постоянного гипноза. О, боже! Ничего не вышло! Они загипнотизированы навсегда! Давай его сюда. Лучше вообще избавиться от него. Ты ныряй! Так, вот так. Отлично, все хорошо. Потрясение, которое пережил брат, стали темой статьи в следующем номере журнала, где широко обсуждалась тема «Когда хорошие друзья вдруг становятся плохими». Классная статья, Хло. Это можно даже назвать гипнозом. Я поздравляю тебя с наградой. Только зачем этим несчастным дурочкам понадобилась эта игрушка? Давай еще раз! Давай еще раз! Оставайтесь с нами и читайте наш следующий выпуск, где вы снова встретитесь с девушками модными и свободными.